Вот мы делаем спарринг на 10 раундов, а потом идем на 3-4 круга вот такой работы. При том, что уже мышцы все подгружены, подсажены. Спарринг – это энергозатратное упражнение, скажем так. Мы начинаем делать 40 прыжков. 20 прыжков с одной ноги, 20 прыжков с другой ноги. Подноразнаменное. Почему? Садимся ниже. Ударные действия. Ребят, смотрите. И должны мы тут скручиваться тоже на противоходе. Раз, два, три, четыре. Без остановки прыгаем 40 раз, 20 на одну, 20 на другую. Пожалуйста. Дальше сразу же идем на отжимания. Вы идете сюда 15 раз. Те, у кого нету поверхностей, отжимаются с хлопком. Отжались, хлопнули 15 раз. Это второе упражнение. Дальше. Могу предложить вот этот снаряд. Сразу идет третье упражнение. Третье упражнение, опять же, ноги. Получается, мы загрузили ноги одним упражнением, отжали взрывной, вот это со взрывами, и грузим опять ноги. Работа – это такая интенсивная. Мы будем делать, вот я вам с начала того, мы с Сашей делали это 30 секунд. Сейчас мы делаем минуту, минуту 10. Вот это. У нас 40, 15, минута и 3 минуты гантели. Все, смотрите, упражнение вот здесь вот будет такое. Мы должны переставлять ноги, но не выпрыгивать. Когда-то я делал, есть такое упражнение. Раз, два, нет. Вот сейчас нам надо дотронуться. И это делается так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Дотронуться быстро. Минута. Ой, 30 секунд будем делать. И потом берем гантельки и 6 упражнений в 3 минуты по 30 секунд каждое упражнение. Когда гантелями будем делать, соблюдайте углы. Если я показываю отсюда наверх, значит отсюда до центра довели и наверх. Вы все сейчас сами почувствуете. Правильно, не будет правильной нагрузки. Тут должны правильно плечи быть, как я говорю, правильно угловые вещи. Тогда вы все прочувствуете правильно. По 10 раз делаем. Поехали. Сначала таз поднимается. Вот, 10 раз. Таз вверх тащим. Плечи не ложатся. Не касаются пола. Хорошо. Дальше встали. Держим баланс. Руки параллельно. 10. 10. Следующее упражнение склад. Раз. Оп. Легли. Поднялись, поднялись, легли. Руки параллельно. Ноги параллельно. 10 раз. Поехали. Следующее. На руку, на грудь. Вторая за голову. Параллельно полу. Нога противоположную локтю тащит. Раз. Встали. Встали. Встаем. Вытягиваем. И опять. Одна нога вести, второй 10. И потом другая нога не опускается. Сначала 10-1. Вот я уже вижу эффект. И заключительно. Ноги. Нога на ногу. За палец взяли. Вверх, плечи. 10 раз в сторону. Делай. Очень эффективное упражнение для всех. Там, спортсменов, девушек. Неважно. Все эти мышцы прорабатываются. Или полежали. Делаем это 3 подхода. Второй будет интереснее. Сделаем 2 сегодня, потому что второй будет интереснее. Почему? Второй будет уже быстрее усталость придет. Ну, как бы жжение пресса. Почувствовали сейчас? Вверх, вниз, боковые, даже пах начал напрягаться. Ну, вот такой сет очень эффективный. Не надо по 40, там, по 30 минут делать одно и то же упражнение, чтобы развить мышцы пресса. Ну, точно так же у меня сводило все, как и у вас сегодня.
Через пару лет я вышел на более серьезные подходы. Короче, меня довели за каждый, я не по 10 раз каждое упражнение, а по 50 делал. Выходило 900, 3 раза на 900, прилично.